Так, как игра называется? Backrooms Escape Together. Backrooms — это, короче, интернет-сеттинг крипипаст, построенный на вот каких-то однотипных помещениях, которые пугающе выглядят. Вот. И вокруг этого, собственно, весь сеттинг и крутится. Смотри, я тебе объясню, где мы оказались. Дело в том, что мы находимся в мире Backrooms. А ты желтый Амогус. Нет, это страшный мир, построенный на концепции бесконечных, пугающих, однотипных, монотонных помещений. Вот, в данный момент мы находимся в самом, так сказать, визуально ярком образе. Именно отсюда начинался сеттинг Backrooms. И именно про это помещение снят ролик на Ютубе с кучей просмотров, где как будто документальные кадры, как человек убегает из Backrooms от таинственного чернильного демона. Лиминальное пространство. Как ты догадываешься, нам нужно найти выход из этих помещений. Взял кассету. Идем сюда. Ее можно посмотреть? Можно. Для этого нужно попросить у бабушки. Возможно, у нее сохранилось наследство от ее прабабушки. Древний артефакт под названием видеомагнитофон. Смотри, мы сейчас пройдем и выберемся. Стой! Повернись. Ну, блин. Нет, 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 идем, нет, идем. Повернись. Идем. Да, да, у тебя так много зрителей, Аркаш. Нет, нет, идем вперед. Ой. Ты, кстати, давно в Яндексе работаешь? Ой, еще твой. А? Я тебя не слышу. Меня в уши нассали. Не смотри на морды. Они опасны. Понял. Хорошо, идем. Тут действуют правила лабиринта, нет? Курьер Виктория скоро будет у вас. Я опаздываю, подождите. Ты похожа на японскую косплеершу. Вот посмотри со спины на этот рюкзак. Угу. Ты идешь на кринж-фест. Что это? Оно идет! Ё-моё! На решетку! На решетку! Идем наблюдение за объектом. А чё ты пыришь еще? Ты чё пыришь, мразь? Теперь надо найти Аркадия. Да чё орёшь? Где Аркаша? Тварь! Я буду скучать. Йорк! А? О, по-любому он за ним идет. Ежесина, не беседа! Ты что орёшь? Пополнение баланса вашего Steam аккаунта с помощью сервиса «Откупи код», ведь именно там сейчас имеется самая низкая комиссия на рынке. Работает как для русских аккаунтов, так и для казахских. Заценить, как это просто. Ввели свой логин Steam, логин, а не никнейм, указали сумму пополнения, бахнули промокодик от Аркаши, применили его, подтвердили и оплатили. Разные способы оплаты представлены для вашего удобства. Более 9 миллионов успешных пополнений.
сообщений. Поддержка работает 24/7. Абсолютно безопасно для вашего аккаунта. Пополнение и купленные игры приходят за пару минут. На сайте имеется раздел недоступных в РФ игр, где можно приобрести себе игру на свой русский аккаунт в случае, если разработчик закрыл к ней доступ. А для зарегистрированных пользователей теперь действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. Плюс теперь на Купикод появились карточки пополнения других регионов Steam, Турция, Аргентина и так далее по выгодным ценам. Ах да, еще с нашим промокодом комиссию можно снизить дополнительно на 2% на пополнение и 10% на покупку игр гифтом. Однако поторопитесь, действие промокода ограничено. Так что переходите по ссылке и пополняйте баланс Steam, а то негоже с пустым кошельком расхаживать. А, ты тоже умер? Нет, нет, я просто... Ну, смотрю, ты подыхаешь, я такой... Блин, нам скучно. Скучно. Ну вот. Ну, мы сейчас сразу, мы типа уже уровень знаем, сейчас изи будет. Да-да, там всего-то нужно собрать 8 кассет, заснять существо ночью и, видимо, найти выход. Идем по линии! О! Она наверняка приведет нас в безопасное место. Она вот сюда, Аркаш. Ты сумасшедший? Вот, она сюда идет. А у меня вот она. Сейчас я тебя сниму на камеру. Ну-ка скажи что-нибудь. Всем привет. Пойдем. О, дырочка. И мы идем за линией. У меня тут нет линии. А у меня есть, теперь у меня нет линии. Возможно, она привела нас на место смерти. Она нас запутала. Ты уверен, что нам туда? Мы в бесконечных однотипных коридорах. Ты спрашиваешь, уверен ли я, что нам туда? Конечно, я нахрен не уверен, что нам туда. Но смотри, здесь лампочки. Обойдем его. Иди сюда, да в дырку. Обойдем. Да в дырку. Ты слышишь меня? Я говорю, обойдем. Ладно, ну там дырка. А ты думаешь, он не сможет бежать по этим штукам? Да только главное, ты не беги, можно свалиться. Иди на нормальный ско. Я спрячусь. Тут дырка. Я пока его снимаю. Ну ты урод, конечно. Он и к тебе идет, залезь в дырку! Я в дырке! Сиди там! Мы находимся в заброшенном объекте. Я не знаю, как тут оказался. Я не знаю, почему это со мной происходит. Но что-то явно не так. Это не человек! Я сама в ахере, бро. Он просто реально побежал и упал сюда, прикинь? Упал сюда, прикинь? Ты зачем его довел? Да я сам в шоке! Ты напугал вот зеленого. Дай тебя сниму хоть, вот кадры страшные, типа ты такой... Ну да, давай, на камеру там типа... Во. Страшно. Да-да-да. Очень круто, очень крутые кадры. Отлично поработали, давай пососемся. Я-то для съемок. Я поняла, да. Нам нужно его заснять, собрать 8 кассет заново и поснимать ночью. Начнем с кассет. Вон, смотри, вон пропасть. Понимаю. Снимай. Так, хорошо. Я не понимаю, как же тут ходить, если здесь все, что там на стене? Так, пропасть засчитала. Пойдем посмотрим стену.
открытка что, на ней просто написано help, 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 help. Вообще-то написано hello. Вон. Отлично, две кассеты есть. Блин, денег не будет. Тихо! Так, вынуждена прятаться. Оно рядом. Антоха. Нам нужно, короче, выходить и сразу бежать. Бежи за мной. Бежу. Вик, там кит рожает, похоже. Надо принять роды. Кита. Нет. Тогда давай отправим кита к нему на родину. В Китай. Прячься. Антох. Ты подох? Антоха, я за тобой! Брат! Что это? Вот и все. Здесь так много салфеток. А. Он тебя содержит. Это мои салфетки. Не трогай их. Ладно, я сейчас все это уберу. Кассета. О, две! Сколько кассет у нас? Шесть. Стой! Дырка. Стой. Вот там дырка была где-то. Да-да. Но я не успею добежать. Чё ты? Паскуда! Пожуй, кал! Фу, как некультурно. Он обиделся. Прости нас! Или пошел выполнять, так. О нет, там грустный смайлик за то, что ты сказала ему пожевать кал. О нет. Вон кассета налево. Помни. С каждой кассетой он становится злее. Стой, нашел восьмую. Бери. И мы идем вдоль стены. Фотографируй. Вернитесь в лифт. А ты помнишь, где лифт? Вот в... О нет, оно. По прямой. Если вдруг я умру, то просто по прямой. Чеши и придешь к лифту. Беги, беги за мной. Я выдохся! Ай, давай, давай, не тормози меня! Фу, все хорошо, без паники. Сосать! Ладно. Фух. Короче, нам просто вот туда. Ну, лифт... Да ты дурак! Ты дурак! Скользнула. Поправила мышку, блин. Так... Уже у цели. Он так как будто отдаляется. Как будто он бесконечный. О, хорош. Я не знаю, кажется, я выбрался. Но я остался один. Оно забрало ее. Забрала ее. Пошку нарежу! Тебе пора закупать парашюты. Тенденция намечается. Это небезопасно. Так нельзя, а? Лифтер? Алло! Мне кажется, у меня сотрясение мозга. Выдайте Оскара. Вика, 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 Вика. Выход, выход, выход. Сюда, сюда, сюда. Идемте, идемте. Выход здесь, он где-то здесь. Я точно знаю, он тут. Мы найдем его, найдем. Только пара поворотов. Пара поворотов. Ничего плохого не произойдет. Выход уже где-то. Это еще все хорошо. Монстр.
Монстр. Вы же понимаете, что он стр-стр тоже договаривает. Что там, что там? Что здесь? Мы справились! Вы справились. Это ваша победа. Не бросай меня больше, не бросай. Комбинезон употел. Почему-то снизу только употел. Сейчас так поднимемся вот наверх и сверху. Я слышал про эти парковки. Я слышал про них. Здесь обитают. Они похожи на нас, но не стоит им верить, им нельзя верить. Мы ошибаемся, главное не ошибаться. Всегда нам нужно знать. Нужно быть уверенным друг в друге. Они очень похожи на нас. Они почти как мы, но не так. Но без души. Да, они заберут твою душу. Death Machines. Починить резервный генератор. Я починяю. Помни, они очень похожи на нас. Они. Все хорошо. Так. Они очень похожи. Они такие, как мы. Но они не настоящие. Не сходи с ума. Не жалей ни о чем. Они похожи на нас? Они... Не знаю. Вставай! Он боится света. Коза, подними меня! Бинты нужны! Как хер ли ты стоишь? Добудь бинты! Я буду светить на тебя. Ты на него свети! Озарил мою больную душу. Тебе как-то херово! Я пошла искать! Но никому не верь! Они выглядят как мы! И где я возьму бинты? О, нет! Точно, я вспомнил, кем я был. Я был агент Стерлить. Куда пошел? Сюда иди, тварь! Ты думал, ты меня пугать будешь в этой игре? Я тебя буду пугать, паскуда! Куда пошел? Где бинты? Поговори со мной! Ты думаешь, это тебя с нами заперли? Нет, это нас с тобой заперли, мразь! Куда бежишь? Я не знала, что их двое. Короче, они фонариком на них надо наводить. Я вспомнил, кем я был в прошлой жизни. Агент Стерлить. Отдел по борьбе с паранормальными явлениями. Мы уже сталкивались с подобным. Так, стойте, выйдите на свет, я не могу вам верить. Я Стерлить, агент Стерлить. Вот мое удостоверение. Мы называем... Никогда не выключай фонарик. Помню безумие. День рождения, был у мальчика. Нельзя было шуметь, нельзя было попадаться. Напротив меня мужчина без гениталий. Хоть кто-то пришел на день рождения. Я смотрю туда. Ты в другую, в обратную сторону. Смотри мне в лицо. Да не меня так освещай, встань напротив меня, я освещаю напротив меня. Да пока свет, они боятся света, пока нет тьмы, ничего не страшно. Еще генератор. Надеюсь, он не генерирует какой-нибудь контент. Так, все, свети, встань напротив меня! Напротив меня твой... Да у тебя генератор тут! Ну да. Нет! Пошел! Поворачивайся! Я его отпугнула. Ты дурак! Я не понимаю, я же туда свечу, ты понимаешь, что мы делаем? Ты светишь в мою сторону. Да, но ты его не отпугнул! Да? Да! Ладно, твой план лучше. Спасибо. Все, 5 генераторов и уходим. Говорит переговорщик, отдайте нам 5 генераторов и расходимся. Друзья, говорит переговорщик. Отдайте один тотем и расходимся. Мы видим вас. Да мы видим вас, говорю, трофей отдайте один и расходимся. Вот первый. Нужно успеть сделать отсылки на все стримы. Давай, чини. Это, блин, ностальгический стрим нахрен, где мы вспоминаем все, что с нами происходило. Ты слышал о ягоде Поминики? Ягода Поминика? Это новый сорт ягод, помогает расслабиться и успокоиться. Так, все, я...
слушай. А, вот они! Они как будто с двух сторон бегают. Да-да-да, я своего отгоняю. Я своего тоже. Блин, мы такая хорошая команда. Прямо как помнишь тогда, на ферме. Ты молодец. Ты двигайся только вперед. В смысле только вперед? Так ничего не получится. Двигайся куда хочешь. Мы в тебя верим. Весь мир на тебя... О, боже. Он упал. Стоп! К стене. К углу, к углу. Идеальная позиция. Давай. Вон они, уже глаза светятся. Шесть, раз, два, три, четыре. Возможно, с каждым генератором их становится все больше. Бегают тут. И чё вы бегаете? Ну вы не понимаете, что вам сюда не попасть. Вы нас не скушаете. Идите, сношайтесь между хорошо, собой. Что? Хорошо, что с нами свет. В отличие от Андуина. Ну помнишь, как тогда, когда мы играли в WoW? Вика идет в World of Warcraft. В новом данжике. И там дырка в паутине. И она... Нет, 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 нет! И тут она... Да, было весело. То есть ты решил из хоррора сделать ностальгическую нарезку? Помнишь фильм «Беглец»? А «Головой гром»? А «Скалолаза» помнишь? А «Побег из Нью-Йорка»? Мне ребят с работы про них рассказали. Уже полгода ем. Старик, это реально успокаивает. Это будет на... Ну... Вон он. Последний. Да, да. Хорошо, я починю. Но потом надо будет найти лифт. И там, возможно, свет уже больше, блин, не включится. Найдите выход. Не лифт, а выход. Пойдем. Стой, 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 иди вдоль стены. Может, тут что-то... Вон еще газировка внизу стоит. Рисовый кекс. Кекс? Прям как тот, который с нами играл, помнишь? Здорово, ребят, здорово. Здорово, здорово. Здорово. Мне сказали подменить там кого. Вы нам подходите. Особенно, когда язык чешешь прям. Один в один. Да и волосы в рот попадают. Как вообще сидеть? Опять он контент генерит. Стой, куда? Вдоль стены идем. Во-первых, это лучший способ выбраться из лабиринта. Во-вторых, это лучший способ отбиваться. Конечно, я же этот способ придумала. Что-то ты себе его присудила. Пишут, что его придумал Тесей. Так Тесея я научила. А помнишь Тесея? И здесь флешбэк, как он бегает от Минотавра. Да ё-моё, мы как будто по кругу ходим. Нет, все нормально. Вдоль стены, видишь, мы нашли работающий генератор. Главное, чтобы это не оказался тот, от которого мы начали путь, иначе мы действительно будем ходить по кругу. Вот. Отлично. Все? Да. Yes. Отлично. О, я помню этот коридор. Здесь будет веселье будет. Таня, откройте клапан, избегайте встречи со слепой сущностью. Класс. Ладно, бежим по коридору. А вон, смотри, комната. Помнишь, как я сказал, бежим по коридору? 3 секунды назад. Ладно, бежим по коридору. Я помню, конечно, помню, я помню. Аркаш. Да. А помнишь ту погоню, когда мы ту погоним? А если... О, клапан. Слышащее. Слышишь? Слышу. Это как, помнишь, собака, которая слепая, но хорошо слышала. И ты такая на корабле орешь. Хорошо, я забрал лестницу, возвращаюсь. По пути будет собака, так что молчу. Но он идет. Он жив еще. Тихо. Аркаша рядом подходит. Тихо. Я понимаю. Я не уверен, что вы понимаете. Да, Аркадия сейчас убьют. А Кека такой, потише, потише.
Походу, она и глухая еще. А может, она вообще не слепая? Она, походу, только на шаги реагирует. Да? Как, когда я побежал, она накинулась на меня. На тебя. На голос она не реагирует. О, бинты иди ищи. Я могу тебе банан заплесневелый дать. Давай. Я сам его съел. Что ж. Иди ищи. Не... Что-то мне как будто нехорошо теперь после этого банана. Я очень медленно стал перемещаться. А ты его зачем засовывал туда, куда не надо? Ой-ой-ой, щекотно. Эй, тварь! Он не слышит. Пук. Он даже на обычные шаги не реагирует. Только на бег. А бинты ты найдешь? Нашел! Но он нашел меня! Беги! Походу, это нарезчик. Недоволен? Не хочет столько флешбеков искать. Давай посмотрим. О, бинт нет? А, это кексик. Ты красотка, кексик. Ты красотка, кексик. Это как помнишь, когда мы играли в лол? Что? Вы как-то на изу, ребят. Жопа, если вкратце. Трахают, я бы сказала. Ну да, так качественно вполне получается у них. Нет, нет, это не вставляйте. Это какой-то позор. О, уже рычит. Тихо-тихо, он сейчас поведется на дверь, если он не глухой. Не, он там. О, бинты. Блин, он так... этот монстр так рыгает. Прямо как помнишь, как Джулс рыгал у тебя на ЛС. Сегодня мы играем на корову. Она дает... О, нет! Беги! В шкаф залазь. Я слышу его. Вон он хрюкает. Да, прямо как твой мини-пик. Помнишь, как ты его впервые на стрим притащила? Все, говорю же, будет визг. Он не очень долго любит в подвесном состоянии. Мы тогда в прятки играли. Бу! Я так понимаю, зону С мы зачистили. Возможно, нам нужно в другую зону. О, нет. Оно опять пришло ко мне. Что? Лучший каламбур столетия. Так. Ну, значит, мы в зоне С. Ты уверена, что нам нужна цель? Ну, типа... Ну как ли, ну как ли, форма ли, типа, ну как будто ли. Мы хотим в це ли или не хотим в це ли. Ладно, нарезчик, вставь лучший каламбур, ты знаешь какой, флешбэк. Отлично, в меня купол в одного, херачьте войда, братья и сестры. Вон он. Так, я думаю, здесь надо в шкафчике дождаться, пока он пройдет. А пока поностальгируем. Помнишь, как мы играли в Lethal Company с модами? Да! Было, кстати, очень весело! Да, я тогда поставил мод, чтобы у нас, вот помнишь, этот таракан пищал. Это таракан, беги нахрен! Знаешь, что это было? Что? Писк моды. Ха! Как у него жопка? Ну, не как у Чун-Ли. А помнишь жопку Чун-Ли? Короче, мне больше не нужен никакой скин после этого. О, здесь сок, я возьму. Банка, печенье. Блин, сок, это как джуз. Аркадий. На, это ты, блин.
О, нет, все, хватит. Нельзя так часто флешбэк. Thank you! Мы 2 из 3 открыли. Идет. Иди прячься. Мне херовато. Я поняла, сейчас, он просто рядом со мной. Выходит из склада, аккуратней. А помните, орк в машине наделал павов? Oh, shit. Here we go again. Все пандари, непременно, непременно, неприметный пандарин. Я пандарин, не антет, не даурин, а просто пандарин. Так, все, чат, хватит. Нихера у него попка. Смотреть можно, трогать нельзя. Прям настолько хороша, что ли? Он просто за мной идет, сейчас он зайдет. Да нет, его нету там. Ты не переживай. Я соврал! Черт, теперь, блин, все 3 заново открывать. Так, все, действуем как профессионалы. Он уже бегает, орет. Нет, нет. Нет, это ты орешь. Ладно, скажу по-китовье. Что ты делаешь? Ты уверена, что говоришь по-китовье? Ты его обидела! Вот смотри, 3 клапана. Чё так просто? Г, С, Б, видишь? Сначала надо в Г, С, Б открыть. Вот С, пойдем. Что, мы опять первым возьмем С? Так, клапан здесь. Открывай! И бежим! Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и вода по асфальту рекой. Неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Идет. Он достает из шкафа, будь осторожен! Он что, тебя достал? Да, я причем он, ну, в закрытом шкафу сидел, он даже дверь не открыл. А я вот вышел из шкафа. У меня бинт есть. Хорошо, брось его на пол. А как его бросить? Вот, выбросила. Смотри, там. Где? Ну, вы нажала выбросить. Нашел? Нет, тебя плющит. Дай бинт! Так я выбросила его. Так на пол. Так на пол. Выползи тогда. Я не могу ползать. Тогда извивайся. Что-то? Что с тобой? У тебя живот скрутило. Ух. Слава богу. О, я, кажется, вижу бинт. Но он под шкафом. Вика, ты где? Это что, фокусника ящик? Ты где, Вик? О, бинт! Я нашел, вылезай. Сейчас резну. Вот где был бинт. Воображаемый друг Леха висит где-то здесь и уже несколько часов не может пошевелиться. Вик. Сезам? Сезам? Извините, скажите, пожалуйста, вы не видели Вику Картер? Она очень... Я нашел бинты. Опять. А, это я, видимо, на R нашел. Да, на R свист. Так это можно эту тварь, получается... Хайтить? Приманивать. Да, знаешь, у нас и так получается отлично ее приманивать. Почему ты в разные уши мне хрюкаешь? Я... У меня пробы. На озвучку. Понял. Ну, обучение это я уже озвучивал. Здесь я профессионал. Кстати, помнишь... Выберите Трала. Господи!
щелкните по нему левой кнопкой. Ой, принесло, что ж. Это моя мечта, чтобы меня позвали озвучить какую-нибудь мразь. Чтоб я такая... Но ты это уже делала в Гарри Поттере. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть озвучку Вики. Давайте это и сделаем. Добрый вечер. Извини, можно попросить об услуге? Господи, я не могу сдержаться, простите. Крути вентиль. Хорошо. О, господи. Ладно, на следующий вентиль у меня есть заготовка. Так. Ну, это на следующий. Ну что? Что-то он не идет. Ладно. Идет. Он у тебя там. Нет, да брось. Нет. Он у меня? Тут гром, раскаты грома. Он у тебя стоит. У меня стоит? Что? У тебя стоит? Не свисти. Он бежит к тебе. Хер ли ты, блин, шумишь, твою мать? Я вижу его интересные места. Дурень. Так, не шуми нахрен. Когда ты открываешь дверь, он это слышит. Понял. Мне кажется, будет быстрее, если один из нас пойдет в одну точку, другой в другую, а монстр-то один, он не сможет прийти. Согласен, давай так и сделаем. А к кому монстр придет, тот и лох окажется. И так мы узнаем, кто из нас лох. Да, но главное выжить. И потом встречаемся в центре и идем в последнюю точку. Хорошо. Жалко, ты не узнаешь мою заготовочку для вентиля. А ты прибереги ее на третий вентиль, на совместный. Так, ты на какой? Я на Б. Я на Г. Сейчас мы быстро справимся. Все хорошо. Все хорошо. Я сделаю все. Это самый важный вентиль, кажется. Вообще, если я быстрее Аркадия открою вентиль, он ко мне и придет. Так. Готовы? Сейчас прибежит мой песик. Значит, я типа супер быстрый, но лох. Логично. Логично. Я готова взять на себя это. Все, ждем. Ну что, как думаете, он в моей точке или в Викиной? Кто же из нас окажется лох? Иду вдоль труб, чтобы не заблудиться. Так, давай. А, заготовка. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Предлагаю дождаться его здесь. Идет. Да-да-да. И мы переждем его. Все, он пробежал. Глупый глупец. Все нормально, теперь помнишь те три вентиля? Вот смотри, С на 10. Нет,
Там написано, откройте пневматическую дверь. Заткнись, нет, на 3Б. Б на 3. Да заткнись! Это я нашел решение! А ты хрень несла! Хорошо. Г. Г, С, 10, Б, 3. Все, Г, С. Г, С. Так, дверь открыта. Она сейчас будет медленно открываться, аккуратно. Хорошо, я постараюсь не заходить в нее. Он уже бежит. О нет, мой рассудок падает. Сейчас придется пить сок. Он уже здесь! Здесь! О, я знаю эти помещения. О, здесь. Почему ты все знаешь? Все понятно, Вик, что нас здесь ждет. Найдите электрощиток и выключите питание. Я как-то... Ой, агент Стерлядь, я помню. Я как-то пытался уйти с работы. Главное было не попасться на камеры. Идите за Аркадием. Даркаш, давай. Прыгай. Да иди ты нахер, я понял. Короче, здесь нужно не попасть под камеры и добраться до финиша. Сюда, да, ребят, сюда. Поняли. Камера перед нами. А? Шеф очень внимательно следил за нами. Там, смотри, монитор. 4. Может, это уровень 4? 9. Я нашел еще один монитор. 9. 4, 9. Возможно, это ориентиры. Желтая 6. А ты понимаешь? Что? Что все офисы так и выглядят. По пятницам, когда мы гусей подрубаем. Здравствуйте, дамы и господа. Я рад вас видеть. Позитивно. Самой позитивной игрой на свете. Гус-гус-дак. Ого-го! Ну что, все, пора домой. Пока! Всем до завтрака. Я думаю, вон щиток, я его вижу. Вон он висит. Щиток! О, так вот, где оно пригодится. Давай, зеленое. 4. Так вот, Вик, смотри, мы нашли щиток. Знаешь, чем занимаются рестлеры перед боями? Так. Щиток. Хорош. Опа. Follow to exit. Science. Ну вот. Давай посмотрим, что. За спиной явно не выскочит никакой монстр. А это мы его уже знаем. Не-не-не, там все нормально, ничего. Так, все. Идем. Быстрей. Здесь надо запоминать. Нет, походу она рандомно генерируется. Будто тут просто надо бежать от него и все. Интересно, а монстра это тормозит, вот то, что тут разбросано? Ну как будто, когда я был агентом Стерлядью, был уровень, где как раз все тормозило всех. Ты убегаешь слишком от меня. Все. Лох. Но он рано или поздно взломает. Хорошо, тогда ищем новые знаки экзит. Давай он у меня по пятам. Не долбись обо все. Но не долбись, замедляешь. Ну замедляешь. Да где я вообще далеко от тебя? Да, конечно. Не долбись об предметы. Опять долбанулась. Да не долбись ты о предметы, ну! Да как могу, бегу! Он прямо уже рядом. Передавай ему привет! Закрывай! Еле успел. Так нахрен, все, вторая. Хорошо. Я его не боюсь, если что. Ничего, пока он тебя жрет, я пробегу дальше. Ключ-карта в прошлый раз тут лежала. Все, ищем ее, расходимся. Ты направо и налево. Хорошо. Нашел! Нашел! Не долбись об предметы. Орет. Готов закрывать. ГГ, нет, жива еще. Давай!
Так а чё ты орёшь, давай? Я думала, я успею прыгнуть! Давай. Ну, давай. Ну, я думала, будет как в фильме, типа, я такая, давай, он закрывает, и я последнюю секунду в слоу-мо такая лечу, и закрывает. Как успевать еще смотреть на все возможные повороты? Без понятия, если честно, я просто за тобой бегу. Ты обосрешься, я обосрусь. Не сюда! Нет! Я бегу за ним! Если я буду сзади монстра, он меня не поймает! Давай его просто вперед пропустим! Ой, мама мия, какой же хал! Так, ну вот он экзит настоящий. Давай! О, нет! С днём рождения! Откуда вы знаете? Да как вы... Да я... А, мы прошли? Ну, видимо, разраб не доделал еще. Блин, но там супер веселый был как раз вот в этих декорациях уровень в той игре. Чат, запомните, чтобы потом нам сказать, что мы должны с Аркадием сходить.